Друзья, всем привет! Я думаю, многие из вас уже в курсе того, что YouTube сегодня находится на грани блокировки в России. Поэтому, чтобы не потеряться, прошу вас установить себе VPN, в котором вы уверены. И обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, в котором я всегда выкладываю анонсы о новых видео. Если вдруг с YouTube будет совсем беда, вы, соответственно, узнаете первыми, где продолжать смотреть нарезки любимых стримеров. Также параллельно с YouTube я начинаю загружать ролики в свой паблик ВКонтакте. Все ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь и будем надеяться, что YouTube все блокировки обойдут стороной. А теперь приятного вам просмотра. Блять, поиграем сегодня нахуй на разных. А, что ты не предупреждал, я Это кто? Это кто? Нихуя карта, блять. Это кто? Ота! Может угадать роль других игроков на голосовании, если он угадает роль игрока, то убьет блядь, его. Блять, нужно под стрим Макриска зайти. Так, я походу угадываю кентов. Угадываю кентов, которые плохие. Я нахуй слежу за вами, уебаны, блядь. Кто тут? Бля, где-то рядом со мной труп. Единственное, кого видел, это Рому. Рому по КДФ. Стоп, скиллз. Кто? Рома хуйнул при тебе? Да. Так, сосёшь хуй. Слева. Какой Рома? Рома был со мной. Ну, значит, свапнулись, челы, я не знаю. А? С кем, блядь? С мамой? Морф? У нас, возможно, есть морф. С моей, может, я ебу. Думаешь, Юль? Может быть, да. Алло, да. Глич? Ну или глич, может быть. Так нет, глич может тоже переодеваться в кентов. Сверху, да, да. Да. Но он под одного игрока один раз может. Эй, Ром. Ну, короче, это максимально нелогично было бы. Ну да, наверное. Но это, конечно, не Рома, потому что я видел Рому слева на камере. Скиллс, а где-то репорт кинул, я просто Рому тоже видел. Он потом. Он от электричества наниз убежал. А я не ебу где-то. Марк, а нахуй ты за мной бегал все время? Ты за мной через всю карту бегал. Ребят, кто что сделал полезного в этой игре? Есть информация? Я какая-то хуйня, где там эти... Да, я проверил кометы кого... какие-то, блядь. Ага. Вадим, а ты разобралась в роли? Я вообще не разобралась. Ну, ребят, Вадим 100% мирный. Вадим 100%, послушайте меня. Вадим 100% мирный. Почему? Он просто не делал этот килл, но не значит, что он мирный в принципе. Нет, я уверен, он мирный. А, все. Спасибо, Ромчик. Сейчас я умру. Подмигивает, он подмигивает, типа, когда это говорит. Вы поняли, да? Гадайте Рому сиром, все. Нет. Жесть, Финн, ты что, за этих, что ли? За черных или какие-то? Да я специально байчу, чтобы они убились просто. Нихуя себе, Финн, красава. Так, где я? Бля, что за карта? Это полюс. Вообще прикольная карта. Хуйня полная. Она самая сбалансированная, кстати. Блять, как пройти? Сука, у меня боба, сука, чатик. Вы мне там подскажете. Я просто знаю, что еще стримит минимум Финаргот, МНКС. И если он кент, злой, и вы мне напишите об этом в чате, я прочитаю, это будет тильт. Поэтому я... Чуть же. Бэм, блять. Ой, сука, смотри. Блоха, блоха. О, сука. Давай, блять, нападай нахуй. Давай, я слежу. Давай. Пошла. Пошла. И куда? А куда? Ладно, пустим. Ебать задание. Хардкор. Я пойду посмотрю. Я пойду и посмотрю, кто где. Где тут камеры? Сейчас я все скажу. А я думаю, что она не открывается, Лер. Извините. Что тут? Что тут за свет? Что тут за свет? Так. Ладно. Я все сейчас найду. Блять, я помню. Ага, камера горит. Камера горит. А это кто? А что тут? Сейчас. Не-не-не, камера, я думала, здесь, но они не здесь. Так, откат. Тут какая-то помоечка. Тут никого нет. Ой, нормально, я жива. А! Ой, блядь! О, инженер починил, видимо, бижуху. Сейчас проверим. Починил. Мудак. Электричество здесь. А камера здесь, все, нашла. Сосать уёбки. Так, что тут у нас? Юлечка убила! Нет, не режь! Не режь, кнопочку, лети. Ай, блядь, да шо ж ты, блядь. Тихо, блядь, Юлечка на камере убила. Так, кнопка здесь.
Убила Юечка на камеру желтого! Да, это... я видел, он лежал, Финаргот Юечка как бегает. Финаргот мирный и строго мирный. Ой, блядь. Чтоб с нами Юечка бегала, а не Финаргот. Я только что с вами была. Нет, Финаргот я раньше. Это игра жизни, нахуй. Так Юечка с нами бегала. Юечка, она убила секунд 20 назад. Она только что с нами была и с Ромой. Ваня, это я была, наверное. Я тоже с ними была. Короче, секунд 15 назад, до того, как Морф прожал последний раз свою движуху, она убила на камере Финаргота где-то, наверное, в центре. Я по камерам не знаю ракурсы, но... И потом прыгнула в дырку и где-то ТП-шнулась. Все, это... откуда ты знаешь, что Морф что-то прожал? Погоди. Ой, да, нет, не Морф, а таймлапс. Да, таймлапс. До того, как прожали таймлапс, Даша убила Фина на камере и прыгнула. Что-то не складно. Я могу сказать, что я делала и где я была на протяжении всего этого времени, с кем бегала Юля. Она с нами, со мной Рома, она была. Я нет, я ее не видел. Рома, я была с тобой в админке, я была в начале. Да, я тоже Юечку видел, Я видел тоже. Короче, непонятно, ладно, строго мирный и... Егор Крид со мной бегал. А кто Егор Крид? Это Вадим. Скиллзор. Вот я бегала с Вадимом. Да, я вишенку видел очень долго. Да. А кто меня постоянно, блядь, к себе притягивает? Я Жайку видела тоже. Да, я видела Юечку. Скиллзор, ебаный морфлинг, признайся нахуй. Я подозреваю Юлю. Я подозреваю Юлю. Трогай Егор. Какое я вам про убийство сказала в шкуре этой? Ну она такая какая-то. Блядь, я сейчас убью. Не, эмоционал вначале нормальный был, но она говорила. Но она как будто обосралась. Но я хотела сказать таймлапс, а сказала морфлинг. Она сейчас играет, вот как ты во второй игре вчера, Марк. Спасибо. Спасибо, что напомнил. Посмотрите за Юлечкой, сука. Я за тобой смотрю. Давай, блядь, я смотрю за тобой. Давай. Да. Финаргота убила, он нам все настраивал. Давай, прыгни. Так, возможно, она спуй. Возможно, она спу. Так. Кто-то... Это даблкил? Они хотят даблкил! Нет! За мной бегут шакалы, помогите! Так. Мансуем, похуй. Ой, Татьяна подумает, что я сумасшедшая, раз я так ору. Татьяна, извините. Так. Делаем круговой. Обход-подход. Скиллзор ходит, не чинит. Да. Блядь. Проститутка, что ли? Я могу сказать, что... Свете убили. Так, короче. Короче, ну, если Юля умерла, то значит, это, скорее всего, Юечка трейтер. Юля это была... не Строго и не Лейрон, если... Юля тоже мирная была, так, извини. И не Гуакамоле. Я сейчас видела Гуакамоле. Короче, я был мне свет. Свет. Со мной был Ребят, Юечка, движуха, да? Я больше Юечка никого плохая? Не видел. Я прям щелкал. Можно я скажу? Я была в админке... И у вас было там четверо. Юлия, я могу себя потише сделать. Раз, так. И типа оказалось трое. Короче. Вот, постой, можно вопрос Ване задам быстро и обсуждать? Вань, ты стоял, чинил эти провода ебучие. Я бы ее могла бы убить, если бы угадала ее роль, но я не знаю роли. Не, это Ванек мирный. Я вообще задание не выполнял. Если бы я на прошлом голосовании, до того, как кинула голос, я должна угадать роль. Морф. Кто там еще есть? Кто тоже с нами был? Но я не хочу уходить, потому что... Вот, я должна была угадать, кто из них Даша, чтобы ее убить на голосовании, иначе я никого не могла убить. Понимаете, я много чего сделала. Меня все видели, я окраснялась в прошлом раунде. А ну-ка, я пошла смотреть стрим Финаргота. А нет, зачем смотреть стрим Финаргота, он мертвый. Я бегал с Ромой, я хочу сказать, что для меня пока сейчас вишенка Лерон... Строго, я а кто убил Финаргота, чат? Гаечка, потише сделать, у меня нет настроения, она не будет разговаривать ты сегодня. Ты меня тоже видел. Да, смотри. Ты, Вадим, противоречишь сам себе. Ты в прошлом раунде сказал, что ты меня видел, что ты меня... Ну, один раз, один раз я видел. Ребята, это первоапрельская шутка. Строго говоришь, что меня подтверждает, что я была. Я не понимаю просто. Короче, я, кстати, убил Дашу. Я видел, как Даша убивала Юля мертва. Алло, что вам думать еще тут? Ну, ее могли это... А вдруг это Рома убил? Я тоже только поняла, что с нами Гаечка играет. Блять, опять Гаечка забулили. Блять, забулили Дашу. Все, фул тильт.
Ну ладно, ладно. Попроси другого чела запустить стрим, твой стрим пиздец противно смотреть. О, я тебе помогу. Я тебе помогу. Не смотреть мой стрим. The Fat. Изи. А что это было? Он всех сжег. Он всех подожжёг. Прикиньте, а я был этим челом, который узнает все, короче, сиром. И у меня все зеленые были, блядь. И он тоже зеленый был, сука. Хочешь поднять бабла? Заходи на Apex. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Карту. Давайте обычную самую. Да, ребята, можно вас попросить, а вы можете заходить, типа, ну, не ждать 10 минут, типа, тут нет такой очереди огромной. Нет, не можем. Ну, типа, просто 10 человек заходит, и потом 3 человека заходят, типа, минут 7, блядь. Я читала, кто был кем. А я вообще, блядь. Вадим, извини, реально. Чего выёбываешься, Вадим? Блядь, отлично, не, просто крюмейк. Это та же карта, Финаргот, у тебя ноги воняют. Красава, Финаргот! Спасибо, Фин! Так вы ничего не сказали, блядь. Слышали концовку. Мне похуй. Давай, Финаргот, постой со мной на камерах. Ну, может, РМК, блядь, или нет? Мне похуй. Я никто, я ничтожество, я пыль ебаная. Опа. Ты шаришь, что такое ебало завалить? Давай, на камеру посмотри, Ромочка, посмотри на камеру. Что ты там смотришь, блядь, камеру мне ломает. Бэм-бэм. Блядь, жестко было. Да, спермикс это вообще нахуй. Так. Так. Оп, стоит. Ну реально проводки, походу, делает. Так, Финаргот съебался. Посмотри, пришел. Ушел. Мое нахуй. Так, Ликс, старый пинч все затевает. Ушел. В сторону ракеты. Если там будет труп. Это Егор Крид. Че тегаем? Ты кот спалила? А-а-а, блядь, плохо. Ну, на Next пересоздадим заодно и карту новую. Блин, я когда делала сцену, чтобы показать, что у меня ник из Дискорда, этот код. Почему этот код нельзя скрыть навсегда? Типа режим стримера. Among Us уже 1.5 года. Бля, я чувствую максимальный импакт. Ладно, пойду починю свет. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Оп-оп. Здравствуйте. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. О! Так уж и быть, сделаем задание. Сделаем задание. Так. Оп. Так ж. Понятно. Блять, у меня труп через этот был. 1.5 года. Ебашься, колокол. Нерончик, я не понял, а где ты труп там нашла? Опачки. Снизу. Я когда шла на... Снизу где? Тебе навстречу, где ты там... Я прибежал, потому что справа там ничего не было. Я прибежал чинить свет. Нет, он слева лежал. Да, я починила свет, я единственное, кто починила. Я стоял с Вадимом. Труп сверху. Короче, да, я... А нихуя три чела. Послушайте меня, Я стоял с Вадимом, да, вначале к вам подбежал Финаргот, он сначала ко мне подбежал просто, потом к Вадиму. Мне кажется, что Финаргот тоже поджигатель, нахуй, ебаный. Я думала, я мясо. Ну, я как у меня все равно бегал почти все время. А ты не... Почему ты подбежал? Ребят, это не я была. Я много когда подбегал еще за эту карту, а ты не думал, что есть другие роли, которые... Ну, рискни ко мне подбежать тогда. Например. Просто я побежала налево, я побежала налево, я пошла наверх, как перед тем, как включился свет. Там было лафлайн. А при каких условиях Фин выиграть может, если всех спалит? Каждым подбежит, короче, а потом всех подожжет. В смысле, Дектрейтер уже может его типа убить, нет? Роль его знает же. Ой, что-то не убивает. Дектрейтер, попробуйте Финаргота. Да я просто кикну Фина и все. Я не нажимала на галочку, у меня проголосовалось. И вебёшь трейтером, блядь, который до сих пор полный на столе. А, либо Роме надо кипить Фина, что вариант. Да, может быть, поэтому я не прогнозовал. Ну, блядь, скипал. Ну ладно. Пиздец, у Вади. Да, делай квесты. Хорошо, я буду изредка подглядывать чат, чтобы не спалить там, что происходит на стриме у Финаргота. Сейчас просто... Все, спидран, оп, оп, понял. Оп, так, оп, так. Наверх, съебался Егор Крид. Так вот. Не убивайте меня. Так, вот сюда мне надо.
Что тут? А что? А как? О, 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 все. Так, 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 так. Отлично, три задания, все живы. Я так. Ой, кроме Егора Крида. Опа. Так, это не скиллс, так, ни я, ни Даша, потому что мы на ракете это не Лерон и делали задание. Не Лерон или Гаечка, они со мной в электрике были. Остается у нас. Один нас... Я забежала. Фергот, если ты этот... Кто? А кто остается? Рома, ты Вишенка остается. Не Лерон и не Гаечка. Это Анечка прирезала нашего Егор Крида. Нас нет, это не Анечка. Не попробуйте ее обмануть. Я Алекса собираюсь, можно на самом сказать? Деле, вешать. А, да, Афин, а что ты скажешь, если я был со скиллзом, и я видел еще Лерона в середине, но тебя я там не видел? Да какая разница, я просто говорю, потому что ты у меня остался. А, да, но тогда скиллз ты уходишь, потому что ты на меня гонишь, охуенно. Рома, вас, Рома, не смущаешь, что это мог быть самый репорт? А, блядь, Фина нельзя, сука! Почему? Но, потому что, Роме нужно финны кик. Батя говорил, что он бегал с Ромой. Нет, потому что Роме нужно финны кик. Я говорю, блядь, боже, чел подбежал к Ваде. В общем, Рома, я тебе говорю, ликс черный, вот и все. Да-да-да. Это плохой или хороший? В кого вы голосуете? Нам надо. А теперь мне тебе, да, нужно кикнуть? Нет, я не знаю, я тебя не кикаю, Фин. Кто в кого голосует? Потому что тогда Рома победит. Я в ликса голосую. Охуенно. Обоснуй, Финаргот. Остальные зеленые. Подожди, Ром, не понял, подсосался неожиданно? А ликс черный — это плохой? Для меня финны и макривский черный становится. С чего вообще ликса вы? Че, блядь, вы офигели? Ну сказали, что он черный. Кто сказал, Рома и Фин? С чего это вообще? С чего вообще? Логи в чем? Не, Финаргот next уходит, он этот. Я буду скидывать. Да нельзя Финаргота кикнуть, потому что Рома его... Бля, пиздец, вы что, прикалываетесь? Ликса выкинули просто так. Мне хуй пиздец. Поменьше будь черным. Плохим человеком, мафией. Надо быть красным, мирным, как я. Бам-б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 ам. Мы сейчас проебем, да? Ликс был нормальным кентом, а мы его... Все. Тильт. Шо, ну чё, ублюдки ебаные? Опачки. Так, главное мне пожить на максимум. Так, у меня больше здесь нет квестов. Бам-бам-бам-бам. Так-так-так-так-так. Ой! Ой-ой-ой-ой. О! Да шо такое? О! Так-так-так-так-так-так-так-так. Там на электрике, походу, кусок трупа. Да как, сука, закройте, знаете кого? Пустите меня! Да шо тут? Трупа не было. Трупа не было. Очумить. Ладно, Финаргот, оставляю. Давай, Ром, давай, попробуй меня убить. Так, меня вот сюда. Да! Не-не-не! Не-не-не! Сами туда идите с вишенкой. Я нормально себя чувствую здесь. Здесь, вот здесь, вот здесь. Спрятались. Все, меня тут никто не найдет. А что тут? А что это за задание? А что за задание? А, только что Рома умер. А, Аня с ним побежала вниз под камеры. Угу. Угу. Я побежала, я вообще я побежала. Я тебя видела. Нет, я побежала вниз спускать листья, а вы побежали наверх вдвоем, Юлечка. Не так, смотрите. Он наверх побежал. Электричество чинила Юля, скиллз был в офисе. Я была с Юлей на электричестве, когда я выходила от него. Да, Лерон сейчас со мной была на лайфлайнер. Поэтому да, я Ваня. Но Аня говорит, что он ушел вверх. Но я ушла вверх первее, чем Рома. Я бежала с тобой, потому что твой скин я запомнила. И еще с нами кто-то третий бежал. Я побежала вниз, там были листья. А вы остались за дверью. Ты был на камерах? Вы не пошли за мной. Нет, я сейчас на лайфлайнах был. Я до этого был на камерах, когда ты в офисе был. И потом уже была в тут сирена. Ну да, так что я была там одна. Я карту вообще не понимаю. Юечка. Ебал, слишком тупой, блядь. Просто я помню, что мы бежали... Мы бежали втроем, да. И я пошла вниз, а вы остались наверху. И потом была сирена. Я там листья делала. Ну, типа, я одна сбегала. Мне кажется, Ваня бы не пиздела бы про листочки на этой карте. Ну, я не знала, как я бегаю, я просто тупка, блядь. Ну, вам пизда. А как бы меня в кино? Наверное, Аня. Не, я скип нажала, но я понимала, что Ваня много голосов. А я вроде бы тоже скипнула. Чё? Пизда. Как то задание делать? Это вишня? Да, блин, уже... Так, сейчас, тихо. Алло, да. Что надо? Power on. Please, power. Power.
А, да, да, блядь, вы заебали, спасибо, со своим бензином! Ну потому что, блядь, вы нахуй тупые. А типа, я предупреждал. Чел, понимаете, чел должен был к каждому подойти, блядь, и никто не видел его, что он к каждому подошел, блядь. Ром, да, но вы кикаете, поэтому кикаете меня, а не Фина. У нас единственная проблема с оригинальной картой, ну вот с первой, которую я поставил, в том, что сегодня 1 апреля, она развернута на 180 градусов. А, вишенка была... Ну, она отражена зеркально, она отражена зеркально. А Ликс был плохим, да? Это, блин, в любом случае будет лучше, чем этот кал, ебаный. А кто был вторым трейдером? Обычно лучше. Эта карта такая забавная. У Димана, короче, была возможность перетаскивать трупы, он просто валил трупы и поднимал их вверх туда, кто никто не видел. Да, это вообще ебать. Вадя и Скиллс туда доходили, влево туда, но вверх не поднимались, потому что никто не знал, что вверх можно. А как ты, Юрий, не... Так он меня потом тоже убил. Она убежала вниз, я не понимаю. Сука, Не, если на этой карте, типа, поиграть побольше, она больше заходит. Да, да, Рома вверх побежали. Рома я уже не успела увидеть. Типа, кто-то пизданет друг друга. Создавайте. А я наоборот с вами не захотела идти. Ликс, да, Юля, заходи. Стример сейчас бы не зашла. Нет, выходите, вы кот полили, да никто не может зайти, похуй. Бро, don't shy. Кто я, блядь? Понял. Я натурал? Так. Блядь, как XQ. Не понять. XQ. Ой, блядь. XQ, блядь, кто? Сам замуть. Ребят, я кто? Я не вижу этого описания. Бля, Синикс, я не Назар, нахуй, со мной не надо, как с чуханом ебаным. Всё, я не общаться. Знаю, кто я. Я же шучу. А, вот, Юечка аут, всё, я поняла. Я тоже, брат. Юечка аут, всё, Юечка аут. Всё, давай, сосалки. Бля, бедный Марк. А что с картой? Давай, говно твое пожрал, ебаное. А что с картой, вы видите? Это новая карта? Отзеркалена? А где я? А что тут, блядь, происходит у вас? Подожди. По-моему, я ебанулась немножко. Открывайте! Нет, 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 меня не надо, дядя. Опачки, что у вас происходит? А что? Алло, у меня залагала игра? Бля, да, знаете, что хочу сказать? Ребята, подождите. Весельчаки, блядь, сидят. Подождите, ребята, ох, а что слушала. Это не, такое? Не слышала, я что-то это читала. Это какие-то мемы, да. Рофлы или что? У вас тоже все вверх тормашками, короче, да? Короче, ребят, как я бегу. Сказал. Ребят, подождите. Я бегу, лежит два трупа. Я нажимаю кнопку рекорд, блядь. Репорт, они исчезают. А ты можешь мне объяснить, как это произошло, Вадим? Смотри, лежит два трупа. Я нажимаю кнопку репорт. И ты еще пробегаешь мимо. Где был труп? А, внизу, я вот внизу, где помните, надо, я поняла, но я не знала, что квест. Это да, здесь да, нет да, задания. Меня с гаечкой, закрыли заданий? В администрации. А потом, короче, я начинаю бежать вверх, чтобы дать репорт, и закрывают, короче, двери вот эти, понял? И, ну, то есть я такой обосрался. Сказать мне по итогу? Или, ну, я ты мертв, умер, ты умер, да, ты умер. Ты мертв. Но чтобы не было непонятно. Ты мертв, да. Ты мертв. Подождите, еще кто-то мертв. Ну как я не знаю? Не, у меня больше никого не показывают. Короче, так, играю с этими... Все, я поняла, что нейтрал, я типа сам... Сказать, чего? Я не знаю, вдруг я заруиню. Типа, я вообще не поняла, что произошло. Ой, ебать, я не заметил. Короче, все, короче, похуй, да. Но по первому кругу, если я начну топить Юечку, мне никто не поверит. Короче, меня убили, я неважно. Я буду ходить рядом с Юечкой и ее охранять. Так почему я что она кого-то убила? Значит, ты... А, таймлорд был у нас? Нет, не знаю. Да, я не видел таймлорда. Либо... Я сори, я не знаю. Погодите, если у нас строго альтруист, то он мог резнуть вишенку. Значит, он воскресил Аню и сам сдох. Да. Нихуя, Ванёк, добрый. Спасибо. Кто тебя убил? Аня, кто тебя убил? Ну... Ой, а это кто тебя убил? А, кто меня убил? Ликс! Юечка! Ликс! А, да? А, бля, вы смекалываете, вы что, ебануты? Нихуя, я что скинула! Бля, я все что скип проголосовал, но это в Ликса, типа. Реально тебя Ликс убил? Да, Юечка! Это была Юечка! Я еще читаю свой рост, поверьте мне! Ебать, строго гей! Ебать, Ваня, мужик, красава! Да, теперь будет твою девушку травой. Так, где Юечка, Юечка, где? Где? Ай, блядь, потерялась. О, опачки. Что тут у вас происходит? А у всех карта, как у меня, право налево, да? Я за тобой наблюдаю, нахуй. Я за тобой смотрю. Смотрю. Опа. Кто там? Татьяна? Здравствуйте. Так,
Сейчас будет подстава. Так, я тыкаю репорт, чтобы если перед нами свалится труп, чтобы перевес репортить и напиздеть на Юечку. Гаечка съебалась, моя жертва. А, Даш, куда ты убегаешь? Нет. Ребята! Тихо, подождите! Ребята. Кто сейчас был в электричестве? Наверное, лучше на Юечку не пиздеть, это зато будет палевно. Я не успел до туда дойти. Сейчас со мной в электричестве, и Семикс и еще кто-то в электричестве, прям Семикс, папа, ребята! Не, ребята, я сейчас в медицине подождите, был в конце. Дайте сказать, что зарепортил. А подождите, одну секунду. Я видел строго, как призрака. Он бегал за меня, как призрак, да. И он бегал за гуакамоле. Я прибежал за гуакамоле, он стоял в медицине и строго возле него бегал. Возможно, я не знаю, почему я видел строго, но, возможно, строго показывал на гуакамоле, но это не точно. Типа, стой, я просто видел, я тоже видела какое-то. Меня может окраснить Финаргот, Фин, ты замутный, потому что... Зачем строго? Я же не могу напиздеть на Юечку. Просто. Юечка делает вид, что делает задание, она фейкует. Да я ищу в карты, блин! Конечно! Короче, вопрос. А можно сказать? Да, спасибо. Только что убили, я и спрашиваю. Ну, Семикс говорит, что с нами был еще Гучимоли. Гучимоли говорит, что он в медицине. Из электричества. Я в медицине, в конце был. У меня есть кое-какая информация. Я могу сказать, что, скорее всего, что... Рома мог быть либо шерифом, либо человеком, который, ну, как бы угадывает какую-то чью-то роль. Ага, Рома убился от Юечки. Но я не скажу. Не, он не гадал же роль, он может только на голосовании гадать. Так, тихо, я хуйню узнала. Это не я, куда вы вкидываете меня? Либо он был трейдером, и он об кого-то я там... Я в Марка, блядь, мне не быть пиздоболом, да я пиздоболом! Я не никто не буду голосовать! Сори, я проголосовал Марка. Типа, это пиздец, блядь, это невозможно! Как мне подставить самое милое существо на планете? Хорошо, я извиняю тебя. Все, нахуй. Не голосуй, голос отмени. Да вы вообще! Блядь, за что хейт? А за что? Всемикс? Да, если бы он убился, то она красная, это геологичка, я ебал. Что это свапер ёбнул? Так. Да? Юечка пошла. Свапер тебя свапнул с Симиксом. Со Спермиксом, сори. Беду убийцам, нахуй! Ты охуел обживаться. Так. Юечка, я иду за тобой. Бля, сори, все, больше не быкую. Я иду за тобой. А, Лера, блядь, сибись. Так. Главное, чтобы Юечку не убили, иначе я ей не хикну. Пачки. Как же меня триггерит эта зеркальная карта. Опа. О-хо-хо. А, сидит, смотрит. Ля ты на нее. Иди сюда. Давай. У меня срочная новость. Во-первых, я хочу выразить огромнейший респект сваперу, потому что он понимает, что я самый мирный за этим столом. Это во-первых. Во-вторых, нахуй, мы играем дальше и скипаем. Давайте кикнем гуакамоле, хули он кнопку нажимает. Я согласен. Сейчас свапер свапнет голоса, и вы соснете хуйца, потому что свапер знает, что я мирный, сука! Поэтому не надо тут нахуй пиздеть на мирных людей. За мной Юля подозрительно, блядь, бегает. А меня Даша поджидала в комнате. Она до сих пор делает задание, типа делает вид. Делает вид, что делает задание и поджидала меня в комнате. Да кто свапает? Спасибо, свапер, я твою душу люблю, ебал. Киллзора хотели кикнуть, бедолагу. Я думаю, этого свапера ты даже в рот ебал, мне кажется. Вишенка, что ли? Да, никто так, блядь, такую хуйню не может делать. Ладно, моя задача — бежать, делать задание, найти труп и заорать, что это Даша, блядь, на моих глазах убила. Я так и сделаю, я сейчас найду потенциальную жертву. Опа. О, он сейчас пойдет, убьет Гаечку. Это Юечка! У меня на глазах убила Марка! Марк был мирный, оказывается, реально все это время. Даша слева возле навигации убила гуакамоле. Короче, тише, дайте сказать, плиз. Смотрите, которая Юечка. Ну подожди. Смотрите. Давай. Как его, блять? Ну я раскрываюсь, я умру, но это этот, как его? Юечка зеленый. Это боевый трейдер. Ну, я это человек, который проверяет. Который проверяет, короче. Поняли? Нет, это Юечка, зеленый, на моих глазах ты рофлишь! Егор Крид, Вишенка, Юечка, Финаргот, зеленый, остальные трейдеры, ну кто-то из них трейдер. Он сейчас фейканул и дефает Юечку второго трейдера.
Зеленый, зеленый. Егор, нет, это Юрий Крид. Блять, я говорю, как это было. Сейчас иду на навигацию. Марк идет на задание. Там делает Юлечка на задание. Лерон и Гаечка, да? Это Юлечка. Это Юлечка на моих глазах убила. Вы что, меня слышите? Скилл, голосуй, 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 голосуй. Хуйню несет! Походу нет, кто тебя может убить, Скилл. Все хорошо, не переживай. Но, походу нет такой роли. Все, заебись. Нет, пока... нет. У меня сейчас стоят настройки, что все мафы могут гадать роли. Просто они затупили, видимо. Уважение. Плюс, когда вы уже проголосовали, уже нельзя отгадывать. Все, после будущее. Этого максимальное уважение к тебе сейчас от чата и от всех вообще зрителей, от людей, блять, вообще всех планеты, нахуй. Пиздец, охуенно же получается. Нахуя он Юечку проверил, что она зеленая, блять. Какой шанс того был, что он проверит Юечку на то, что, на ее роль? Блять, у меня аж печенка заболела, нахуй, я не могу, все, я сыплюсь. Блять, понимаете, если бы у него не было этой роли, были бы шансы у меня. Но так как он спокойно сказал за свою роль... Опачки. Здравствуйте, товарищ, что у вас происходит? Проверил гайку, гайка красная. Все, гайку выкидываем, красавчик. Красавчик, блять! Нахуй гайка. По-моему, Строго был фантомом. Да, строго, строго, возможно, да, фантом. Я в него тыкнула, он исчез. Мне похуй, что это гайка. В него тыкнула, да, мне похуй, что это гайка. Моя задача на игру была кикнуть Юечку. У меня такая выпала роль, поэтому я пиздела на нее каждый раунд. Но я видела, что это была гаечка в рофлите. Я специально напиздела, чтобы выиграть. Хеллоу. Хеллоу. Бэм-бэм. Гаечка! А, да это не я! Мы решили, что это гаечка проголосовали. Нет, это скилл! Это многоходовочка! Рома, ты чё пиздишь? Ты ещё не сдох! Слушай, ты сдох! Или Рома не пиздит? Во, говорю, пиздит, сидит, блядь! Да нет, это гаечка в меня пиздила голос. В смысле? Мне надо было Юечку топить. Нет? У меня прям чёрный ник её горел. Гаечка, меня весь стол хотел кикнуть, а ты меня убиваешь, нахуя? Тебя бы не кикнули. Сейчас там откат слов. Я была медиком. А можно вопрос? Я нихуя не могла, кроме как прыгать в люк, и я прям при всех прыгала. Что? Я всем крипом, я клерон подошел. Ты инженер, да. Да я и говорю, мне показалось, что ты не двигался. Она инженер был. Я не инженер была. Она джестер была. Я джестер. У меня Дмитрий Александр на первом ходу выкинул. Это вообще как. Ну, бывает. Я нахуй. Там Ванек зареплейсил Аню, я нахуй. Потому что там шериф проверил гаечку, она оказалась убийцей. Что, Марк, понравилось, как я посвапал, да? Зеркальную не сделать, Юль. Хорош, не сделать. Охуенно. Блять, я въебала информацию, Вань. Так, а Семикс каким? Сегодня 1 апреля из-за этого. Блять, Юля, хуйня, что ты меня так... Я была кентом, который должен был тебя кикнуть, я тебя хотела подставить, Даш. Вань, спасибо. Но скилл ебаная крыса, которая просто зеленая. Я поставила сама себя только. Юля, ты не видела, как я убила? Вопрос, что за хуесос не зашел? Вопрос, что за хуесос не зашел? Срочно такой. Так, так, так. Блядь, надеюсь, не трейтер. Я сейчас обосрусь. Специально. Хотя не, вам, наверное, интересно смотреть, когда кент трейтер. Альтруист. Блядь, это какая-то хуйня роль. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, я съебусь подальше. Подминки меня нюха нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так, ага. Вот так, ага. Бля, нет, тут опасно. Так, так, так. Где я? Где я? Ага, вот. Так, так. Блять, Ликс, огромный хуй, меня что-то хочет от меня. Все, я съебусь. Сейчас я спрячусь. Чтоб меня никто не нашел. Оп, все, спряталась. Так, альтруист. Это кто? Альтруист. Можем воскрешать мертвых игроков, и при этом погибает сам. Спасибо! Ну ладно. Я ресну. Нет! Нет! О, нормально. Сейчас я найду труп и ресну его. Я его ресну. Да, блять. Он зато даст информацию Ром, полезную. Хуйня. Ром, во-первых, я за тобой бегал, во-вторых, что ты делаешь? Не, во-первых, за мной я классный кент. Я видела гигантского кого-то. А, это Дима Ликс. Это Ликс. Это Строго огромный. Я такая, возле меня пробегается маленький Строго, я нихуя не поняла, типа. А как это делать? Большой Дмитрий Ликс. Это модификатор рандомный. Марк, если что, ты бегал также вокруг столов, как и я. У меня, к примеру, модификатор скорости большой. А во-вторых, за мной бегал Skills, блять, который сначала стоял в мидбэй, просто по центру, ничего делать нельзя, а потом побежал за мной на камеру, я не понимаю, зачем. А я за тобой бегал, я не видел Skills. Можно вопрос? Давайте я микрофон еще чуть-чуть сделаю. Давайте вот так. Я честно, за полтора часа, которые мы играем, в скобочках минут 30, я ни разу квест ни один не ел. Да блядь, да тут никогда по квестам не выигрывают, их так впадло делают.
Тут есть смысл вообще квесты делать или нет? Не-не-не. Да, блядь, алло, бать, если бы все делали, мы бы выиграли нахуй за три раунда, блядь, если бы все нахуй делали. Да? Я да. Вообще... Предлагаю их скипнуть. Не делает, важной информации никто не имеет, поэтому, господа, скипаем. Рамен, посидим еще 23 секунды, давайте, 42, 41. Интересная тема, я на следующую, перед следующей каткой могу себе дату на компьютере поменять на следующий день и создать катку. Может быть, Юля, ты какая роль? Зеркальный. Хорошая. Какая? Хорошая. Ну, она по-черному пиздит, я бы ее кикал. Я очень хорошая роль. Нет, у тебя эмоционал никак, всегда ты уходишь нахуй. Съебался, блять, хряк ебаный. Кстати, у нее эмоционал нормальный. А я могу когда, говорить? Она а когда трейдер лепаха, она делает так: ёлочка убила! Вот так. Я была не трейдером, если что, тогда Вадим. По своему, типа, по своей роли. А, да? Да, ты можешь инфу по своей роли говорить, да. Так, 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 так. Но если твою роль вскроют, тебя могут не проголосовать. Да, говори прям название. Где я? Не говори, не говори. В первом раунде название говори. Что у вас тут происходит? Заебали с кнопкой. Что? Я просто ебал эту карту, она сломанная. Зачем? Ну, сейчас. А зачем кнопку нажали? Что случилось? Вергот, зачем ты в люке прыгаешь просто? Он в люке, да, прыгает, ему похуй. Да я, блядь, я вылезти не могу, я застрял нахуй в люке, пиздец. Не, вопрос не в том, что ты застрял, вопрос... Вопрос а я в том, думал, что он инженер. А я думал, инженер, понял, и мне типа говорит, что типа он красный, понял, что я типа с ним. Он не инженер, место. Так что кикаем Фина и все спокойно. Ага, Ликс, да? Ну да. Тогда я в тебя буду голосовать, потому что я инженер. По а похуй, пусть он меня отгадает. Не инженер. Смотрите, я сейчас ставлю на 100% от трейдера. Отгадайте, что он инженер, тогда мы кикнем. Меня сейчас отгадают, вы Ликса кикаете после этого. Он не инженер, еще раз говорю. Такой ты старый клоун, блядь. Инженер, блядь. Блядь, ой, это был трейдер? Да, забайтил, все нормально. А, строго попытался инженером угадать? Строго тебя, что ли, пытался инженером гадать? Ага. Ну, короче, Ликс, походу, не кикайте, Фина. Да какой я джестер, я просто вычислил Лизи, сейчас убрал трейтера и все. А вы что, кикаете все Финаргота? Не голосуйте Фина. Фина не голосуйте, он реально... Ой, блядь. Какие вы ебланы, что вы делаете, боже? А его роль угадали, походу. Ну, он инженер был, Алекс пиздопол, походу. Нет, он инженер, он был... а строго трейтер. Он был строго жестером. Трейтер ёбнули, все, остался один трейтер. Скажите спасибо, давайте. Let's это, go. Скорее всего, он жестер был, да? Его угадали? Нет, или нет? Фин, нет, Фин инженер был, а строго, да? Скорее Алекс всего... Алекс просто, и он забайтил. Я забайтил, чтобы я забайтил этого импостера. Строго попытался угадать, импостера. Что тот не да. инженер якобы. Все, понял. Скилзор, чем ты занимаешься? Если это Алекс минус два просто... А что у нас голосование не закончилось? На голосовании, так что аккуратней со мной. А, сори. Ой, а как это? А, ну и так можно. А как Фин выжил? Ну потому что мне, видимо, до этого смапнули. На будущее я вам напомню, что тот, кто проголосовал, не может гадать роль. Не понял, блядь, Фин, что за хуйня? Как ты вообще вылез сейчас? А он живой? Нет. Не-не-не, я умер, я просто напоминаю вам. Все, понял. Так, где я? Ага, так. Блядь, что происходит? Карта зеркальная, блядь, закрыла. Так, 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 так. Ой, где камера? Хочу посмотреть на камеры. Хочу кого-то спасти ценой собственной жопы. А! Опа. Опа. А как? А как? О. Че срака? Skillzor Silver Creel. Ладно, ничего полезного тут не увижу. А! Так. А! Ой. А! Ой. Прячусь за углом. Меня тут не видно. Оп-оп. Оп-оп. Прячусь, прячусь. Оп-оп-оп. Разминулись. А-а-а! Нет! Нет! Егор Крид бежит, да, за мной? О, уже не за мной. Что тут? Что у вас происходит? О! Hello. А, подождать надо, все норм. Спасибо за сапку огромное, кто сабнулся. Дом мой построен, я в нем один. Скрипу отвечу сильно. Так, файлы не буду качать, это очень долго. Все норм. Что у нас происходит? А что ничего не происходит? Проверка, а что никто никого не убивает? Кто-то на очке. Прямо, скорее всего, с теми, кстати, кто?
Почему играют на трейтере? Ну, короче, себя скиллс очень странные Симикс ведут. Вадя исчезает. Давайте просто бегать вместе. Нет, нельзя так договариваться, Вадим. Нельзя так договариваться. Да, хорошо, нельзя так договариваться. Давайте бегать вместе. Нет! Кто бегает вместе, то где яичко отвалится. Потому что вы и так, смотрите, сыться наш трейдер кого-то убить, а тут вообще никого не убьет. Ну нельзя так. Кого голосуют яичко и скилл с вишенкой? Я скип. Ну нельзя. Скип. Ебать, скип ничего не сделал, все в него проголосовали. Ебать, вы долбоебы, пиздец. А вдруг реально кто-то нас бензином обливает всю игру, сука? Скиллс, походу. Давайте его убьем. Делайте задание, заебали. Блять, да я опять иду в эту сторону, потому что мне кажется, у меня тут задание. Ладно, я пойду и сделаю все задания, что, мне похуй. Да я-то уже сделал, мне одно осталось. Так все говорят, Марк. Убьем. Да уебище, я была ультруистом! Я должна была резнуть того, кто убьет, кого убьешь ты. Конечно, блять, конечно, скиллзор. Конечно. Даша, спаси меня, Даша. Это какая кнопка? Даша, я здесь, Даша. Да, зайди. Блять, осталось так никому не нужно, и это хуй лучший. О, да, Ром, я здесь, друг. Нет, да, вот тут, смотри, закрыто. Неспроста. Вообще всем похуй. Я здесь! Да, подружка! Опа. Угу. Ну и что это за клоунада ебаная на медицине? Можно я скажу? Хорош, красавчик. У меня есть вопрос, как один человек может стать скином другого человека? Извините, ребят. Роль. Ребята, это хуёво, я проверила скиллза, и он трейтер. Что, ебать? Да. А nice. То, что мы вместе сейчас бегали вот с кем, с Ромой... Ну я проверила, мне такая роста, я проверила его, он трейтер. А кто проверяет Рома? Да, я видел Ромчика, подтверждаю. Слова Ромчика на данный момент являются... Раскрыть роль другого игрока, он тогда раскроется сам. Подожди, труп нашли, правильно? А он морфлинг или камуфляж? А, морфлинг дать? Я с тобой только что дверь ждал, пока откроется, стоял. А как у меня Гарри стал Егором Кридом? Ладно, проверяем. Значит, у нас еще есть нейтралка. Ой. Это Аня, король, который перевоплощается в другого человека. Рома не угадал роль. Рома опять был с этим шерифом. Оху, я но он точно трейтер. А что ты не понимаешь? Просто есть роль, которая может другого превращаться. Но он хуёвый или нормальный? Тут все хуёвые, кроме мирных. Тот его морфлинг, это трейтер обязательно. Тот трейтер. Тот я Вадю постоянно все, перекидывал с гаечками. Подожди. Местами. А, я думаю, что за сын шерифа? Люи, меня перекидывает. Даже не понимала, чем мне ТП. Можно с вами поиграть. Мой ДНС Танеха. Вадим, это ты прикол сделал или гаечка? Какой? Каноха. Какие приколы? Я ничего не делала. Блять, вы ебланы? У меня либо гаечка превратилась в Егора Крида, либо у меня гаечка? Это меня ТП. Это телепортирует, телепортирует. Я просто поняла гаечку. Это Диман телепортирует, понял? И вместо нее Егор Крид стоит. Можно гаечку. А, он гаечку к себе телепортирует. Вы старый, блядь. Да, и за щеку накидывает ей. Заебок, спасибо, блядь. Ублюдки. Сколько нажмите скилл закликнуть надо. Какой же он еще. Блять, ой, опять не туда иду. Сука. А Рома кем был? Подожди, почему он умер на голосовании? Кто-то угадал его роль? Или он попробовал угадать чью-то роль и не угадал? Как хуя сказала? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вань, чем ты хрумкаешь так громко? Пиздой гаечки. Блять, Марк. А, только что при нас убили в этом. Да, Юечку. Мы только что стояли вчетвером и при нас убили только что. Да это ебучий скиллс, это ебучий скиллс. Стояла я, Егор Крид. Хуядя, блядь. Да, блядь, да. Все. Юлечка дала по твоим знаниям. Юлечка дала по тебе. Ох, на здание чекать киллы, Юль. А как мне чекать киллы? Я же альтруист. Бегала, чекала трупы, но их нигде не было, пока трупом не стала я сама. У нас 3 раунда почти не было тел. Это невозможно. Ара, кстати, за пиздёж ушёл свой гнилой. Да, за базар ушёл. Свапер ёбаный, блядь. Скиллз, да проголосуй уже в кого-то. Скиллз, ебай, ебашь.
кстати, спалился то, что он отгадал. Вадя арсонист был. Хорошо, что я его реплей. Я всех уже облил, сука, своей смегмой, нахуй. Вадь, ты бы ушел. Я просто перезайду, попробую. Ваня трейтер. Чел был, который должен угадывать импостера. Я могу просто импостер выбрать и все? Нет. Можешь. Без ролей можно. По-моему, можно. Инженер был. Нет, у тебя есть роль импостер там. Ром, можешь, я вчера так делал. Андертейкер. Ты реально? Там нету импостера. Там есть импостер. Долбоёб, блядь. Да, импостер есть, Ром. Гробовщик. А, такие роли ты угадаешь. Ты игру, что ты будешь гореть. Где Диман, или ты пиздишь? Нет, я вчера так делал, это 100%. Ну там есть прям роль импостер. Выбираешь и все. У меня черный экран? Нет. Подождите, я сейчас попробую. Ой, да, точнее. Да когда я буду уже таким бошером? О, пачки, сейчас найдем лохов, которые прыгнут. Да! Nice. Хорош, Финн, красава! Да, Финаргот легенда, нахуй, живая. Финаргот, красава, езжу! Финаргот, Африкс-клад! А нет, подожди, здесь меня могут быстро убить, пошли нахуй, я сделаю задание. Коротенькое, сделаю задание. Съебусь в люк. Так, съебались. Так. О-о-о-о! Кто там был? Вопрос, кто вообще был на камерах? Быстро отвечайте. В смысле, я зарепортил? А так что, Дмитрий Лих, при мне превратился? На камерах я был. Алло, можно я зарепортил? Я ни с кого не превращался, я справа был. Можно? Ты строго превратился. Нет, я не превращался. Подожди, Гопечка, подожди. Ребят, дайте Ваде сказать. Какие вы уроды, блядь, просто. Ничего не поняла, что я увидела. Я был, короче, на медицине. Что-то я увидела, но не поняла кого. Написали, что я Блэк, там тыры-пыры. И этот, я поднимаюсь вверх, и там лежит труп Лерон, блядь. А вот стой, второй труп я нашел в электричестве, я нажал репорт, но по итогу ты его кинул быстрее. Подожди, один труп в электричестве, а второй? На медицине. А, да, я заходила в медицину, на вход у меня загорелась кнопка репорта, но я даже никого не успела увидеть. Я вам говорю, ты был там, Марк, да? Но я не превращался ни в кого. Ты превратился в строго привык. Гаечка уехала, все, гаечка трейдер. Что у нас Трисовый делает, нахуй? Может, это со строго снялся скин лица просто. Подожди, стоп. Юля, ты забежала в медицину? Да, им видел, Вася. Да, я бежала в медицину, но никого не успела увидеть. Да подождите, не голосуйте. Кто там, Юечка говорит, что Ликс превратился? Да. Гаечка, она трейдер. Гаечка, а какая анимация была? Сразу списание, спасибо. Ну, стоп, блядь, я нашел, Юлю не видел, если что. А ты где был? Просто, а ты где был? В медицине внизу. А я в коридоре, а не, я только в коридоре была, я в коридоре, и на входе в медицину труп. Меня зареплейсили, скорее всего. Он остановился и превратился в... Ребята, Гаечка никогда не говорит, но как говорит, она говорит только true info. Давайте Ликса кикнем. Да хуй там. Я давайте сову эту ебаную, сука! Фейковый хуй! Марк, уходишь следующим ходом, блядь! Строго говорит... А, хотя, блядь, да. Ликс может быть просто гречом быть, который может превращаться, типа. А Марк уходит следующий ход, ой. Блядь, хорошо, ну хули он мой скин спиздил? Ой. За базар уходите. Подожди, а он глич? Тебя кинули Диман, блядь. А глич это тот, кто всех убивает? А теперь я встану, сниму штанишки и дам огромную хуяку! Бля, жестер, клоун ебаный старый. Охуенно, бля. У нас Финаргот и Строго были этими. Что случилось? Ёбаный дед. Он был жестером, и если кикает жестера, то он выигрывает. Хорош, Дима. Сука, клоун ебаный. Найс инфат, Гайчик. Там, наверное, телепорт был, да? Транспорт. Нет! Найс инфат, Гайчик, нубка, ёбаная, блядь. Он не может скин менять, будучи... А что, то есть будут все совы? А, да, уберите соу! У тебя вот эта вот роль была в прошлый раз. Ну, досыдай черного. Уберите соу. Уберите соу. То есть, типа, я одна выиграла? Ликс, снимай. Да. Тимикс, снимай. Блять, ничего больше. Снимайте нахуй. Не, если я все сниму, я голенький буду, это бан. Спасибо, Гаечка, за проигрыш. А куда? Что черный бан? Все, я, короче, сейчас трейдер. Да еб твою мать! А, нет, подожди, я кто-то плохой. Я... О, кто это? Можно ее не звать больше? Так. Сейчас сожгу всех. Ладно, я шучу. Типа, Финаргота ебаного, давай, постой нахуй. Хуйня, шутка. Извини. Так, типа я тут постояла. Ой, я облила ромчика. Ой. Опа, щиты. Что за уё... Кто это был, блядь?
Опа, нахуй! Опа, это пролифар, он пошел. Блять! Какой грендель ебаный! Вот, улетела птичка в кремечку. Она была снизу, она бежала направо. Да, 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 была снизу, конечно, то, что ты меня убил. Хуил ты на мышь, блядь, блядь, замучен. Ебаный в рот. Сейчас меня, блядь, замучат. Я бежу, Юля лежит мертвая и лежит, ой, блядь, и бежит этот, блядь, магнитский ебаный сверху. И я вижу и сразу голосую. Все, Ром, уходишь. А вот в этот раз, Ромчик, ты уходишь сразу. Реально карма. Карма моментальная, нахуй. Потому что Рома убежал, это Рома. Да не, я думаю, 7, я думаю, 7. Это Рома. Не будет пиздеть, он АФК стоял. Рома, уи. Рома, выгоняйте Рома, выгоняйте. Выгоняй хуилу. Я тоже не видел нигде Рому. Уехал. Я видел, может кто-то чел превратился в Рому. Короче, у Ликса, походу, либо у Лерона роль, чтобы меня кикнуть. Минус Бали? Нет, нету такой роли у меня. Я могу сказать свою роль, трейдер проверит. Я стоял на камере. Если трейдер проверяет, меня убивают, Рома уходит. Ром, я сегодня ты вчера. Вот так вот скажу. Я стоял на камерах, и Семикс бегал с Лерой, но потом он, да, он убежал куда-то. Типа вниз. И там был Рома на камерах, да, тоже. В проеме ну, вот этом. Ну вот, все. Это Рома. Говорю, меня пытается слить Ликс. Ну, мне кажется, что это Рома. Давайте я говорю свою роль. Блядь, зачем вы это сделали? Блядь, слабый чел, блядь. Свапер. Бля, ну это не, это зря на самом деле. Он точно мирным был. Ну сейчас Ромчик уходит, я кнопку нажимаю. Ты уходишь, старая хуета, ебаный второй роль, чтобы меня кикнуть. Ну что такое, блядь, а? Облила. Суку. Малолетние шалавы. Блять, бать, вишня под скоростями летит, блять. Рома при мне убил. Пиздобол ебаный, ты стоял сверху, там была толпа людей. Рома, у тебя два уже убийства рядом с тобой. Прямо. Тебя прямо на труп тпшнуло. Ну, да, блять, ну два раза Рома... Делает. Рому, давайте, Рому, блядь, кикайте уже этого, стоп, сука. Ну два раунда. Ром, ты два раза около убийств, но это палец. Кто же мечает, блядь, Ликс ебаный и кто? И Финарбор? Нет, не я, Семикс, которого кикнули, кстати. Ребят, стойте, не голосуйте, стойте! Вапер, только не меняй голоса, пожалуйста. Ебаные вы, я вас ненавижу. Если еще Ликс выиграет, и у Ликса была роль кикнуть Рома. Моя роль, я могу сказать свою роль, Марк. Я могу сказать свою роль. И меня убьют. Ребят, сначала надо было Ликсу, Ликсу кикать, за потом что, Рома, Ликса, потом Юля. Да, Марк, ты трейдер, Марк, каким выиграть, образом? Ликс насчет татуировок, у всех разный болевой порог, но больнее всего убить мне было на локте, на костях конкретно, вот там, где максимально тонко натянута кожа, на ребрах, на костях. Ты пиздобол. У него не может быть роль шпиона, шпион должен выполнить все задания сначала. У меня роль шпиона. Роль шпиона просто ему отображает цвета на админке. У меня роль шпиона. Но Рома не голосует, он сейчас будет гадать. Бало бы тебе на беспросу. Да, он сейчас либо гадает, либо... А, ты не проголосовал, Рома. Мне 100 рублей задонатили. Вот и все. Ну, кикать Рома, блядь. Это не я, блядь. Потому что ты один... А, и скилз. Нет, скилз и Рома, да. Либо ты, либо скилз, там типа чел, который сейчас Ликса угадал, поэтому бля, не надо. Троих соло захуярили, смотрите. Я, Симикс, в самом начале. Старый вот этот, а, да, дряхлый. Нет, только один Рома был, точно. Скилз голосовал. Это Рома, ебать, кикайте Рому просто, и все. Я подстава, ебать. Он только что отгадал. Бля, я еще троих успел убить. Уебище. Рандон. А со скилза не кикайте, у него просто голос летел, когда Диму убили. Да. Ну хотя зачем Дима голосовать? Как шлям на лям, да? Шлям на лям. Тихо. Прикол в том, что я видел. Килза, кикаем. Кто был сверху с нами на... сверху? Тихо, тихо. Это Юська была, в углу стояла. Кто у нас здесь стоял? Меня ослепило!
Подождите, я говорю, скилл за кикаем. Какого скилза? Нет, кто нет, был нет, на свету нет. Сейчас? Кто был на свету? О, нет, минет, кто говорю, скилл за кикаем, блядь. Алло, кто свет чинил? Быстрей. Нихуя курился нормально, блядь. Да подожди, кто свет чинил? Со мной вместе кто стоял? Нам кинули флешку, я убежал. Свет, кто-то мешал. Я убежал направо. Я убежал Финн, направо, если потом мы находится труп. Если мы выберем этого трейдера, ты уверен, что второй трейдер скилл? Я снич, я снич, мне показала скилл за красным. Это скорее всего Финн, Финн. Потому что я убежал направо и нашел, ну, блядь, вы труп. Единственный с Ромой были в прошлом раунде, кто не проголосовал и отгадывал. Я стоял с вами, чинил свет. Не голосуйте скилл за. Лерон, какой смысл мне пиздеть, блядь? Минет. Потому что ты этот. Ладно, я Финна. Трейтер. Финна, блядь. Какой трейтер, блядь, с Ромой, блядь, когда я видел, что он убил, и вам... Бля, ебать, вы тупые, пиздец, что ли? Минет. Нет, минет, блядь. Я, блядь, Макривского вывел, говорю вам, что скилл... Бля, ладно. Краббургер? Я что-то так долго чинил там. Кто да. это нажал, сука? Я ебаные волны ловлю, потому нахуй! Потому что всё! Финаргот в прошлом раунде фейканул, он не был с ничем. Я с ничем выполнил все задания, и теперь 100% скилл с красный, все. Красный это какой? Это трейдер. Трейдер. Лерон я взяла, забыл, что убила. Черный. Водос. Убила, блядь. Поэтому я делал только что вот эти волны. Чтобы я не понимаю, как его поем. Его лавры себе присвоить. Иди нахуй отсюда, скилл. Иди нахуй, я тебя сейчас угадаю твою роль, смотри. Нахуй, долбоёка. О, ой, реально угадал! Долбоёб, напизделся, сука! Ты что, сэншлюк? Иди нахуй отсюда, блядь! Нихуя! Угадывай всех роли, скиллс ты красава! А, он один раз может. Один раз. А, один как раз. Как это, ебать? Это пиздец, чай, пизди нахуй! Напизделся носатый, блядь! Бля, Лерон, ну это же, я же специально назвался с ничем, чтобы меня не отгадали, блядь! Юля! Он же видел нас! Я обещал тебе! Ты доделаешь квест, и тебе покажут, кто трейдер, блядь! А как ты угадал? Водос, ты просто рандомно, Водос, слышишь? Я сиром был, блядь! Тебя не могли убить всю игру, если что. Я на тебя щит повесил и бегал просто. Ебать, красава, нахуй, ебать, красава! Подсосался, подсосался. За рейдик, за рейдик подсос. Ром, ты Зоны! У него в атаку! Слышишь? Да, а я квикантика спасал на медике. Я была тем чуланом, который бензином обливает, и я тебя одного облила, убегаю, ты догоняешь и ебашишь меня. Я думал, что а это карма. Я был тем чуланом, который спермой обливает, и скилзу за обе щеки накидал, кстати. А я тебя накидал в конце за две. Ром, а ты трейтером был? Я трейтером был? Ебать, у меня долгонько. Кто с вайпером был, кстати? Спасибо. А я просто крюмейт сегодня, блядь. Я еще двоих убил, блядь. Ладно, поехали. Я сижу. А кто с вайпер был? Слышите, когда меня скиллс угадал, я делаю такое ебало, типа, ебать, как ты меня угадал? Кремейт обычный. Самый первый, блядь. Опачки. И шо? А как саботаж? О. Хотя. Грязно получилось! Вишня при мне. Короче, сын шлюхи какой-то выбегал с электрики. Вишня при мне убила рядом со столом. Как ребята, вишня, если все фиолетовые были. Ребята, с электрики кто-то выбегал, но цвета, как говорится, не было. Слушайте меня, пожалуйста. Я знаю одного 100% трейтера. Мы я стояли, я стоял на админке, я, Семикс и Юечка. Так, нам втроем мы стояли на этом. Семикса убили, и мы вдвоем остались Юечкой на админке стоять. Первая трейдер Юечка. Окей, может быть, в инвизе кто-то, брат? Нет, кто нет, это? Нет, а никто не заходил, никто не заходил. Просто от Фина на Вишну то, что, я вообще да потому что она при мне рядом со столом в инвиз ушла, блядь. Нет, у Фин просто нужно вывести Вишенку, это забейте, я говорю, первую Юечку, просто сейчас выводите Юечку и все. А что я за хуйню назад, я не могу свою роль найти, все остановились. Просто Юечку убирайте, все нахуй. А в какой комнате? Егор Крич, что скажешь? Я даже шапку
говорю то, что Вишенка ушла в инвиз, это тогда не Юечка убила, а Вишенка. Егор Крид говорит, это Юечка убила, не могла Вишню убить, потому что... Я не могла убить! Что у тебя подмит? Какой Финаргот, он этот экзекутионер. У Финаргота, какая? У Финаргота роль, блядь, убрать Вишенку. Я говорю, стояла Юечка. Да у вас каждую игру роль убрать кого-то. У тебя подминка какая? Я боюсь, что Финн захайкует, и если я угадаю роль, то я умру. Я пока что скипну. Я пока что скипну. Никто в инвизе, сука, старый, блядь. Или Джестер он, да, реально. Или вот этот вот чел, которому надо кого-то вывести. Она побежала и исчезла, блядь. Я сейчас еще дам ему один раунд. Да нет, блядь! Сейчас, я почитаю, какие роли что обозначают. Я Ваньку верю. Я Ваньку верю, все, Ванек легенда, нахуй. Так, как да, говорит, да, как называется этот чел, который должен кого-то кикнуть? Да, ты орёшь, ты в муте, если чел, вдруг ты не в курсе. Трекер, трекер, сир. Тебе лучше обоих? Ни слова не сказала. Ой, Юечку выгнали, блядь. Да. У Строга, блядь, какая-то роль. Еще я в вентиляцию прыгал, потому что я не у Строга тренером был. О, у Марка прикольный скин. Нихуя себе. Так, типа делаю проводочки. Проводочки. Типа я такая бэм-бэм-бэм. Так, что у нас? Карточки нет. Так, проводочки. Проводочки. Ой-о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 й
меня хотел подловить. В общем, смотрите, я прихожу в админку, при мне убивает строго предатель и винтуется. И тут подходит еще Макривский и просто умирает, его отравили, то есть. Или он альтруист, я хз, но он не резнулся, блядь, нихуя. Да как ты видишь их, если все серые еще бегали, ебаный рот, Фин. У трупов есть цвета. Блядь, Фин пиздит с прошлого раунда что-то. На блядь, Аню. Блядь, что я пизжу? Я говорю, я захожу в админку. Ты на Аню пиздел, которая ребят, сейчас просто стояла. Берем и кикаем Егор Крида, да. Все. Ребята, а что? Ебан? Было два кило и один... Вы можете, тихо. Вы можете подождите, послушать? Дайте я окрасню кое-кого. Смотрите, там было два кило, я был в электрике, и в конце, когда перед моментом голосования, там на долю секунды прошло этот... вот этот вот? Прошла эта херня, его. Короче. И это либо Гаечка, Ох, либо Ликс. Кто-то из них рядом со мной был. Точно не я. У меня смотрите, нет, я не буду электричества. Человек, был, человек был, который был, убил, был. Сейчас сидит в вентиляции. А что это меняет? Вы, если кто-то рядом... О, в смысле, то, что кого-то убил, я буду в электричестве вычислить. Погоди, стоп, блин, стоп, стоп. Понимаешь, Дим? Подождите. Я был, я видел такую фиолетовую хотя... штуку. А где труп убийцы? Он, возможно, я этот. Я говорю, вот я этот, говорю труп в админке, убийца вентиляции сидит. Кто-то кого-то видел? Всё, вот. Стоп, Диман, я видел Гаечку, я видел Вишенку. Я видел Гаечку, я видел Диму. Вопрос, я видел Диму вопрос, в электричестве. Где скиллз, где боевал? Я был в электричестве, починил свет и убежал направо. Вот, стой, куда ты направо убежал? Я тебя не видел, я был справа, тебя не было справа. Я направо в электричестве. А я скиллза видел в электричестве, да, кстати. В начале. Он уже остается либо Юля, либо Дима. Ребят, просто Юлю кикаем, я свадьбу буду в конце. Какого хуя? Нет! Юль, я, давай, блядь, улетела. Ну Фин какой-то хуйню несет. Я думаю, это Ликс, я думаю, Ликс пиздит. Я подожди, был свадьбе в конце. Ребят, Вадим, смотрите, был, ладно, в Юлю, в Юлю да, уже. Я видел скиллз, а он убежал, скиллз убежал вправо, а потом, когда уходила, я видел фиолетовую хуету. Это фиолетовая хуета, это Диман, мы поняли. На нахуй. Что? Ага. Юля, мы ебнули. Или что? И угадать, не, кого ты хотел. Юля меня с собой забрала. Отомстила, хуесосу! Блядь, ну я, конечно, проебала, но я чисто с собой на дно тебя, нахуй, Финаргот, ёбаный. Не было терять нечего. Ты меня потом, да, хотел поднять? Да, Юля. Я не знаю, почему я не поднялся, блядь. Юечка и Юля, да, всё чётко было. Чё ты радуешься? Блядь, да блядь, какая-то радость была. О, Владимир, под конец. В первой жизни, блядь, выпала активная роль, Юля мне сразу голову, блядь. Объясните, пожалуйста, почему я поднял Ваню, типа, анимация прошла, что я умер, а он не поднялся? Потому что, там, в общем, должно пройти 3 или 4 секунды. Бля, бред ебаный. Я успел умереть, а он не поднялся. Если бы я позже зарепортил, ты бы выжил. Дашу вывели в первом кругу, я на электричестве убила. Я просто подумал, что тебя отравили, а не потому, что ты отравили. Ты должен был кикнуть Аню или что? Я бы сиром потом раскрылся, да. Все равно проебали бы трейтеры. Да я, блядь, пиздец, мне нужно кикнуть Аню, а она стоит АФК. Я думаю, блядь, что делать? Я просто зеленый только угадал, как обычно. Летим, 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 летим. Стой, не стартуй, дай скин поменяю. Подождите! Руина! А всё. Спасибо, блядь. Доля секунды, которая мне помогла увидеть Димана, ебать, нам жестко помогла. Это кто? Пиздолет. Морфлинг. Ага. Ага. Ага.
хорошо. Ого. А что я не могу нажать? Да, нахуй. Ой, блядь! Казаков Вадим Александр Жилин. Блядь! Ну? Думали, что я, и убили Гарри. Да подожди! Да не ори ты, боже мой! Нам навстречу кто выбежал? Я! Я выбежала. Но я не хочу сказать, что за мной бегала Байёвал. За мной бегала Байёвал. Ой, чтобы не бегала. Да пошли вы нахуй, это не я. Нет, где труп, сука, вы даже ничего не говорите, уебаны. Это не я, стойте. Вдруг у нее роль, что надо это заголосовать, стойте. Не, она даже не пушит, она я видел. Подожди, Юля. Что, вы видели? А, боже мой. Юечка, тебе навстречу сейчас никто не бежал? Байёвал бежала. Навстречу я тебе вышел, какая Байёвал. Потом я побежала наверх, я пошла качать данные. Потом я спускаюсь вниз, мимо встречи бежит Байёвал. Я схожу от неё на всякий случай. Она пиздит. Я пробегаю круг, я захожу опять направо. И тут у меня кнопка репорт, и кто там нажимает репорт. Все, на этом все закончилось. Но Юлечка и Юля... Она или на меня пиздит, чтобы меня кикнуть, или сама сделала... Труп. Не, сейчас Юля, потом Юечка. Гаечка. Да какая я Юля? Гаечку убил либо Скиллс, либо Макривский. Я не забыл справа. Почему я скип? Я скипнула, потому что это какая-то хуйня. Я говорю, я скин не запомнил. Там типа фиолетовый с хуйней. Запоминать, а потом вбрасывать Финаргот. Пиздец. Прикалываешься, я говорю, либо ты, либо Скиллс, блядь. А они вообще никто не дали возможности мне. Блядь, за что вы меня кикаете? Я не знаю, Финергот, типа, закрывает всем рот, блядь, но сам нахуй какие-то обоснования, так, либо. Так, тихо. Живем. Живем. Хилимся. Давайте а как мне. О, сэмпл у меня. Давайте есть, не будем шорчить. А, мне надо рядом с кем-то быть, чтобы в него чики бомбони. Нет, давайте будем оскорблять. А давайте будем ссориться на базаре, это пиздец. Ебало, завалите нахуй. Рыжий кальмар, нахуй. Ты вообще нахуй завали, ебало. Да, рыжий кальмар, ебало, завали тоже. Ебать, старость, нахуй, ты че там. Ебать, четвергласы нахуй напали, блядь. Пиздец, блядь. Ты охуел, чмо ебаный, я тебя задепал, ты сын собаки. А что я сделала? А что я сделала? Бля. Ты вообще пошла нахуй ебать. Пиздец. А, я могу дерево скин завязать. Все, я первый раз просто это нажимаю. Да, охуел. На нахуй, блядь, ты пиздился, сучара, блядь, насал. Пиздец, реально, по факту. Кто-то в моем скине сейчас. А кого убили? Короче, вниз бежал Финаргот от этого места, а вверх побежал Лерон. Ну, скорее всего, это не Финаргот. Я в админке выполнял перекачку. Давайте по прошлому раунду просто выведем Юечку и Байёвал. От какого места, Ром? Почему меня? Блядь, она меня специально хочет кикнуть, потому что у нее нейтральная роль, походу. Ну, не говорю тогда. Погоди, Дайте Марку сказать. Это не я, это человек в моем скине. Я сейчас прибежал с правой стороны в центр, и там в самом низу был чел в моем скине. Ром, где ты зарепортил труп? Снизу на канистре, правильно? Возле админки. Ну, под админкой, правильно? Да. Смотри. Это не Лерон, это чел в моем скине. Смотри, я Егор Крид и Симик сбежали с самого права с комет ебаных. Да. Я точно видел зеленые ноги. Если это не Финаргот, значит это Лерон. Симикс и Егор Крид побежали вместе. Ну я думаю, это Симикс 100%. Да я же говорю, пусть Лерон скажет. Пусть Лерон скажет. Это чел в моем скине. Значит, это не Лерон. Симикс со мной был. Я говорю, я видел типа тебя и Лерон. Я не могу никого угадать. Они вообще ничего не нажимают. В нижнем реакторе. Я с Ликсом и Строго такая же электрика. Да, я подтверждаю это. Семикс и Строго были. Да, но только недолго, но в конце, но были. У них, короче, сейчас есть привычка не сразу репортить. Да я не помню. Ну никого не было, знаешь. Короче, я скипаю.
Лер... Симикс ушел с Егором Кридом, все. Ты строго был все время, какой я убил, ты ебан. Ты со мной и Егором Кридом был справа, мы побежали вниз, потом налево. И это ты Лерон, ну, блядь, кто-то ее может подтвердить, но никто не подтверждает. Смотрите, начнем с того, не, что я сказала... Не, я ее не видела, я скипнула. Не голосуют, возможно. Я скипну тоже, я еще не ебу. Нет, почему я мы не кикаем вообще? Почему боже, на меня? Мы не Юля, не Лерон, блядь. Да я говорю, нужно вывести Ючку вначале, потом Байоул, и все, блядь, в следующем раунде. Почему меня-то? Вдруг у тебя роль, чтобы кикнуть Байоул, блядь. Я хуею, блядь. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Как-то страшно рядом с Виноготом. Ой, блядь, что это было? Что у вас тут происходит? Ой-ой-ой. Так. Да, блядь. Ром, да, блядь. Дай я скажу, пожалуйста. Давай. Пожалуйста. Я выполнила все задания, у меня роль Снич, сейчас скажу, кто трейдер. Боёвал и Семикс, все. Найс! Я же сказал Симикс, блядь. Хуйню несёт! Она трейдер, блядь, по прошлому кругу, ты и рофлишь! Стоп, стоп, у Нерона может быть роль, что ей нужно. Не-не-не. Она что, не могла так быстро сделать задание, я сделала понял. Половину Лер, максимум. Как она Лера, пиздит? Какая у тебя роль? Снич. Второй снич. Раз подряд? У меня роль Снич. Да она пиздит. Бля, ребят, я сейчас делаю задание, у меня ровно половина еще осталось. Короче, кого выводим? Да Лерон пиздит. Давайте не голосуйте. Ребят, чтобы было честно, давайте Симкса кикнем, потому что Байола стримит, пусть контент на раунд поделает, и потом ее кикнем. Да-да, конечно, блядь. Накикайте всех, похуй. Так по прошлому раунду даже Рома сказал, что видел либо меня, либо Симкса. Вы просто прям себе верите, когда она была на трупе, якобы. Он говорил либо тебя, либо меня, но и там был не я. Типа ты побежала наверх, вниз уже побежал Финаргот. Лера, тебе их роли видно? Да, у меня красная Байола. Роли нет, не видно. Я вижу просто, что красный нику Байола и красный нику Симикс. Ну кто-то из них морф, видимо, из них двоих. Потому что Лер, видели, трейдер! Скинс, голосуй! Голосуйте в Лерон! Блять! Голосуйте в Лерон! Голосуйте в Лерон! Прозвучало, как будто, блять! Звучит как какой-то призыв, лозунг! А скиллз, скорее всего, давайте выведем Лерон, потом уже боевал, потому что... Не, скиллз, у скиллза роль другая. Конечно! Короче, у меня ощущение, что... Ну... Ликс? Смотрите... Да, я кнопку нажал на всякий случай, потому что я в темноте. У нас очень дохуя живых. Я говорю вам, тогда не мог быть. Марк, ты тогда сверху был после того трупа? Да. Стой, а зачем этому Сольмис можно Байоул кикнуть? Либо у тебя роль кикнуть Лерон? Да вы просто кикайте, вдруг у вас останется два трейдера, Лерон с кем-то! Смотри, не-не-не, у меня не роль, потому что я бы Лерон, сразу... Лерон, ты в кого голосуешь? Я бы сразу поил. Юлищенко, ты в кого? Да она пиздит! Я в Юлю! Да она врёт! Аня! Дайте объясните, если бы у меня была бы эта роль... Я не буду даже кого угадывать, не хочу, я не хочу, не хочу, сука, ёбаный предатель! Давайте! Ну сейчас кто-то из нас... Пилс, давай Лерон кикнем! Да там Симик сдался. Не, у нас не будет, я убрал эту роль... Кикайте Лерон на следующий, похуй! А, да? А, я думал, сейчас превратится кто-то. Не, у нас сейчас, возможно, еще глич какой-нибудь есть. Так либо на скиллзе, либо я хочу нормальный. Поныть, лол. Не, скиллз шериф или что-то тут такое, блядь. А, все. Блядь, боже, я, короче, был челом, который подбирает труп, шоу, блядь. Я подобрал говно ебаное, что мне надо кикнуть Лерон, блядь, просто. Это ты моё подобрал. Спасибо, блядь. Байол. Ну, блядь, ей верят. Всем так плохо. Ебать, хорошая это просто. Ей верят, а просто. Я ебать, Ромка, красава, мне бы помог, если бы я... Симикс 0 кило сделал, блядь. За мной следят, они сразу не голосуют, ничего не делают. Ну ты бесполезная, как и в жизни. Да пиздец. Брите, ты же Снич, слишком ты сказала не... была, блядь. Она ой, я нейтрал. Снич это супер нечестная роль, это вообще амнезиак, фу. Окей, а кто я? Амнезиак? Амнезиак — это роль, которая нет никаких особенностей. Единственное, что вы можете это запомнить, роль трупа, то есть вы можете перенять роль мертвого игрока, даже у предателя. Хорошо. Пойду найду труп. Блядь, у меня мышка съела, блядь. Бэм-бэм-бэм-бэм. О, я могу делать задание, я же нейтрал. Бэм. Блять! Сука, ну что за уебище, сука, сальная рука? Ликс, ничего сказать не хочешь? Я нейтрал, я умираю из-за ёбаного хомяка на романе. Короче, Ликс, стой, я не буду тебя палить, у тебя, видимо, активная роль, раз ты так делаешь.
похуй, да, говори, говори, говори. Где труп, скажите, пожалуйста, Лерончик. Рома, да, ты сейчас бежал вниз, а ты почему труп тогда не забрал? Ребят, я вам... потому что там не было трупа. Ликс-инженер, убейте его. Я не, я кто не понял, я могу сказать, что трейдер, если вы мне скажете, где труп. Труп в хранилище около проводков. Хранилище около проводков. Буду просто каждый раунд на похуй, блять. Что бы у меня не было, я буду его подставлять только так. Сука, ненавижу крысу макривскую. Ненавижу, блять. Да, Марк. Все, это месть, это вызов, это, блядь, на пожизненный нахуй срок уже, Ром, блядь, во всех играх. Такая тебе пизда, блядь, просто ценой, собственно, жизни, ценой победы команды я буду, блядь, тебя убивать. Запомни мои слова, нахуй, это на всю жизнь. Это проклятие. Накладываю на тебя проклятие вечных поражений. Уёбище, он мне не дает поиграть, у меня две нейтралки падает, я даже не какой-то хуесос, типа, я, ну, нормальный кент. Ну, ладно, сейчас у меня была роль Такаси. Я вообще в тильте. Реально депрессия разобьется в 0 лет. Шо? А! Да! Да как я закрыла? Так, 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 так. Так, так. Конечно, я поделаю. Я поделаю задание, мне похуй. Я поделаю. Ладно, я буду следить за обсоском Ромой. У меня загорелась кнопка репорта, и она исчезла куда-то. 40 лет. В правой стороне у меня на секунду моргнула и исчезла. А скилс еще умер. А может, могли ТП-шнуть? Он тебе вчера тоже сам говорил, когда ты на стриме. Дима, что ты делал? Трупа не было. Я убила его случайно, а он целенаправленно. Это другое. Возможно, я хз. Дим, а что вы видели двух филиалов? Я свет починил. Блядь, у меня одного фенергота хватает, спасибо. У меня одного фенергота хватает. Я двух фенерготов видела сейчас в правой части. Там строго еще был. Рома Гондон, подтверждаю. Короче, я просто Строга, нажал... Где ты труп зарепортил? Я труп не репортил. Я просто увидел, как у меня репорт загорелся. И чтобы духа не убили, я просто пошел к вам. Тебя сейчас выключить. Ты представляешь, если было бы два Никоглая, блядь? Вы не после друг друга запускали, просто обсасывали проблемы. Нет, блядь. Бля, меня за хуй сосед Никоглай. Портики на разные, на разные... Что за трек был? Они бы чисто в Need for Speed выхуярили. Трек... Tentacion, Depressed and Obsession, что-то такое. Дальше. Куда же дальше, братишка? Что, один остался? Бля, может это вишенка, потому что она это, что-то активно за скип всегда топит. Она меня сейчас топит. Вишенка стала. Дает мне разыграться. А, Рома специально тебя убивает первый, ты еще не поняла? Ой, да? А я о чем? Он в прошлый раз и в этот раз меня специально первый убивает, чтобы я сидела АФК. А мне руинит стрим? Гуччи запрещено. Гуччи. Я чувствую, как Марк там орёт нахуй, но микрофон Гуччи, замучен просто. Гуччи, ты замутанный. Чек не гифку. Не, мне просто какой-то долбоёб звонит и говорит, здравствуй, звони по сотрудничеству. Бля, разъёбал. Давай. Чё ты так мало давай, играешь? Давай, голосуй, блядь, Гранд РП, ёпта. Вот кого я всё прослушал. Скип. Егор Крид. Егор Крид, ебаш. Скип, ты охуел, блядь, Вадим. Меня тут закидывает, сука. Пойдёмте Фенаргота смотреть. Чё? Какая у него роль? А, вдвоём, сука, с ебаным раменом, а не предателя. Вот оно что. Так, пиздим контент к себе. Давай, Фенаргот. На скин подкатывался. Дверки закроем, блядь. Блядь, как выйти? Рома, давай нахуй, я метлу достаю, готов мести, блядь. Готов мести, как не в себя, нахуй, блядь. Давай, блядь. Просто нахуй режь глотки, ёпта, блядь. Во, старую хуйло. Порежь, блядь. Кринжа не существует. Закопаю нахуй, блядь. Ух, ебать, блядь, пришла, блядь, гвардия. Блядь, даблкил не надо. Блядь, ебать народу, блядь. Ну, пацаны, так мы не можем. О, вон сверху. А он сразу труп спрятал, или что это за прикол? Или куда труп взялся? Ой-ой-ой. Работаем, работаем, блядь. Хуя не трупы найдут на этой игре, блядь. От меня, извините, извините, осуждаю. А что, сейчас у них О2 закончится? Нет, починил, Рома починил. Ой. Просто охуенно, блядь. Бегаешь их нахуй, прячешь, блядь. Под землю, блядь. А-а-а.
червей кормить быстро, строго, давай нахуй. Он за ним я убирает. Я слышал, черви рыжих я любят жрать. Ух, ебать, сейчас. Нихуя он... Блядь, палево! Что это, имба, связка? Это имба, связка. Гениальная катка, блядь. Ебать, его рвет. Пиздец. Блядь. О, буба. Блять, ее сиськи, конечно, сложно закопать будет, но давай попробуем. Мудак. Давай. Да это пиздец! У меня вопрос ко всем мирным вас не смущает, как, блядь, финны... У меня вопрос ко всем мирным вас не смущает, как, блядь, финны и макрышские парочки ходят и нихуя не делают. Если бы финны и макрышские сейчас были бы трейдерами, мы бы давным-давно уже проиграли. Поэтому, сори, ты несешь хуйню. Окей, стой, кто, Вадим, кто? Я, блядь? Лерон умерла, она бегала со мной. Если чего, у нас Юечка была трейдером, потому что она неправильную роль угадала, скорее всего, Александр. Стой, Вадь, подожди. У нас два чела бегают пары, никто из них задания не делает. Их раза четыре замоповило, они бьются по углам, блядь. Это задание. Ну, блядь, потому что так же надо делать. У нас не может задание делать. Марк, у нас не может быть, во-первых, два трейдера. Мы саботаж починили с Ромой два раза. Один трейдер была Юечка. В-третьих, если мы все время бегаем, значит, скиллов из нас никто не делал, потому мы двое мирные. Ты вот понимаешь, так, что хоть... у нас два трейдера? Ебать, это... две крысы! Схуяли не может, а кого бы трейдером тикнуть? Смотрите, Юечка была трейдер! Она не угадала, Юечка ушла, даже если меня отгадает не похуй, я трекер, мы можем роли вскрыть и закончить эту игру, блядь. А кого ты хочешь, меня, блядь, кикнуть, то, что я один бегал нахуй? Кто... Нет, что, погодите, я просто я говорю, я трекер. Я задание выполняла. Ты же начинаешь гнать. Это пиздец. Окей, но стоп, вы два в два остаетесь, если я еще ухожу? Какие мы можем... два, блядь, у нас один ушел, у нас один ну трейдер. Ну я проебал, как Юечка, вы кикали, говорю, мне по телефону не звонили. Не я Юечка не кикали, она сама Юечка себя убила, она не угадала роль. Юечка не угадала роль. Говорю, все, я окей. Трейдер. Либо стой, я давай тогда. Окей, если один трейдер, кикайте меня, и пусть там в размен Финн и Макривский уходят по очереди, блядь. Все, игра закончена. Да, нет. Давай. Я готов в размен уйти, но, блядь. Блядь, если же игра автоматически закончится, я ебанаты. Я тоже готов, потому что Финн красный, он все время со мной, типа. Бля, ебать, мы наподметали, нахуй. Ебать, вы хуйца заснули, ебланы. А, Марку нужно было кикнуться. Красава, Марк. Марк, ты проиграл. Блядь. Марк, ты джестер? Марк, сука, блядь! Ебать, мы гениально там убивали, пиздец. Охуеть, эта игра, это просто бокчам. Пиздец, мы просто трупов 5 или 6 просто, я подмел нахуй. Финнергот просто бегает за мной все время, я думаю, блядь, что это такое? И он меня хуярит, и в люк прыгает, я думаю, ебать ты хуй. Не, Марк хорошо сейчас сделал. Он сразу в люк съебнул, и я вообще в ахуе. Финн, а ты кем был? Все пробегают, им похуй. Семикс, это фигня, мы просто бегали с Ромой, он убивал, а я трупы чистил постоянно, блядь. Это очень жестко. А, так я понял, я с вами следил, мы вместе бегали. Блядь, Марк переиграл гением сейчас. А я сейчас Ваня уже должен идти. Блять, почему никто не вскрыл роль, блять? Отгадали бы и закончили. Ваня? Ай, блять, надо было не голосовать до последнего, просто в Рому. Ой, это в Рому, блять. В это. Угадать Марка. Может, Ластову сыграем и все? Так у Вани. Ну, понимаешь, тут такой тайм игры, то что. А чего у Вани? А чего у Вани? Да, Ваня. Да, я вообще забыл про джестера. Я такой, ёбаный в рот. Бля, мы так прикольно всех нарезали, нахуй ты на кнопку нажал, сука. Ребята, что произошло? Вам уходить всем, да? Я что-то. Мне причем понравилось, они такие, я Ваня сделал, нет, и там просто. А, на 19.30? Ну, сейчас да, Ваня вам... подойдет. Сыграем хорошо. Последнюю и всех отпускаю. Да, подойдет, ну, вот просто, он сидит. Просто потом в 21 у этого, у Марка все идут. Да. Марка, можем у тебя 21.30 стартануть? А почему? Тоже верно. Ну, не, почему? А что у тебя до 21.30? А потому что, Ваня, ты дашь постримить всего лишь полтора часа, это очень мало. Ну, сейчас тут, погоди, я посмотрю, кто ко мне идет. Вы сможете все, кто ко мне идет да. На 21.30? Да. Нет. Вот, видишь? Вадя не сможет. Я смогу. С 1 апреля. С 1 слова дороже 2. С 1 апреля. Давайте, Ластову идем. Давай, Ластову. Давай 21.30. Ваня пусть пиздует подрубать, а мы этот... Кто не зашел? Просто к тебе не пойдем, Марк. А меня выкинуло с сервера. Да, ничего страшного. Начинайте. Хуй, ничего не понимаете. Мне так обидно, меня все время, блять, выбрасывают первые, даже когда я не нужна.
А как ты сейчас умерла на голосовании? Ну, меня не пускает. Ой, а мы без гаечки стартанули. Блять. Какой я похуй, не похуй. Опа, медик. Что он делает? Сейчас посмотрим. Так, медик. Не умеет воскрешать, зато может делать неуязвимым одного игрока, пока доктор не умрет сам или игрок не совершит суицид. Да. Кого я люблю? Рому? Нет! Нет, Ром, только не меня! Блять, в админке кого-то убили. Так, хочу сказать, единственное, кому могу окраснить, это более-менее Финарготом. А как ты можешь окраснить, если все серые? Я видела Рома, потому что, может быть, до того, как он был серый, я видел, что он перевоплотился. Короче, да. Нас в админке было двое, я третья забежала, потом юзнули камуфляж, и Рома забегал в этот момент в админку, да, и там как раз труп был под тобой. Юль. Да. Юль, там таймлорд использовал воскрешение. По-моему, он отмотал время, и Лерон должна выжить. Угу. Давайте скипнем тогда, посмотрим. Но... Так если он отмотал время, то ты можешь не совершать ошибку и не встречаться с Макриским. Я тоже видела Рома. Сейчас мы тебя кикнем, посмейся, сука. Меня хотел опять убить, да, блять, как три раунда подряд, сука, на своем трейтере. А что у нас происходит? У нас же все мы живы. Мы скипаем. Что-то. У нас Лерон мёртвая. У меня Лерон мёртвая. Походу, Финаргот таймлапсер, и поэтому он Лерон видит живой. Пока, ну, хотя у нее скин, как будто она мёртвая, да. Все, давайте скип. Там отмотали время. А почему? А чё, кстати? Так а почему Лерон не говорит, Лерон кто её убил тогда? Так Лерон мёртвая. Она мёртвая. Мы говорили, если хоть кого-то мёртвый, то тогда он таймлапс прожал. Она может сейчас воскреснуть на next раунд. Странно, просто я хост, она у меня типа жива. Возможно, и время откатили. Может, их хост? Давайте раскнуть, просто я не видел таймлорда. Ладно, давайте скип просто. А, Лерон не может скипнуть. Тогда ладно, всё, откат, Могу. А, может. Значит, она жива? А, значит, она жива. Кто тебя убил, Лерон? Пока нельзя говорить, только по кнопке. Че, Ромочка, доигрался? Доигрался ты, бубенчик маленький. Опачки. Опа. А кто тут? Тут строго был еще. Не-не-не, Ром, ты ж меня не убьешь? Я пойду починю. Надо, чтобы со мной кто-то починил. И не убил при этом. Давай, Лерон. Надо Лерон спасти! А кому я дала шилд? Ей? Я не дам Лерон убить, она наш важный свидетель, Финаргот. Что за уебище меня убило? Блять. Ну я дала щит, но не знаю кому. О! Пошел нахуй, Эвилон, блять! Эвилон меня убил! Резнул на меня! Меня строго убил! Да, да. Меня строго убил, но отмотали время! Строго убил! Эвилон, пошли нахуй вдвоем! Лерон, а кто тебя убил? Строго. Первого строго. Скажите спасибо лучшему таймлорду в мире! А кто таймлорд? Два кила и время назад отмотали. Давайте строго будем. Да, так вот тебе, хуёбище. Скажите спасибо лучшему таймлорду. Таймлорду? Давайте я дам этот, да. Убейте его, потом уже это. Ты кого? Ты таймлорда ебанул? Нет, очевидно же. Понял. Пизда тебе, таймлорд ебаный нахуй. Давай, уехал Ванечка, блять. Иди сюда. Нахуй сос ебучий, блять. Старый, блять. Блять, это было, если честно, это было очень жестко. Он типа своей хуйней за... Это очень круто прям. Да, он три... А кто таймлорд был? Ликс. Он умер за это, блять. Он герой нашего времени, нахуй. Ну, проголосуй. Марк, проголосуй. Нашего времени. Кого голосуем? Строго. Боевал, блядь. Хуёвал, блядь. Строго. Со мной, второй, пожалуйста, свапер. Стой, второй кто? Эвилон, он уже суицид сделал. Спасибо. Дорогое я! Кто с вами? Нихуя бейся, Маркуш, Нажмите кнопку. Не нажимай, Маркуш, играй до конца, блядь. Я сделаю саботаж сейчас, братик. Я сам сделаю. Пиздец. По секундам примерно. Через 10. Ладно, нормально. Да, походу это самореп, да? Саморепорт ебаный. Это что? Марк! Я думал. Я даже за себя толстанул, сучара!
Давай, Ванечка, я. Ну, Ром, у меня правда, у меня работало. Ну как, блядь, ну ты крыса, нахуй! Давайте стримить надо, пиздуй нахуй. Тоже верно. Ёбище, блядь, за что меня, свапер? Куча, сука, срака. У меня тоже я была медиком. Бля, Юль, ты такие две имбовые катки провела, когда я был ребят, поэтому. Чтобы, да? Чтобы понимали, у нас такие имбалансные темы были. У меня была флешка, а у него, короче, вот это скинозамещение. Бля, да. Это так было жестко, пиздец. Вы бы вообще не видели, кто убивал. Ну просто там Диман сучара, ёбаная. Бля, Диман да. Сейчас просто... Диман, Диман шаровой долбоёб, который просто кнопку проклацал случайно, бля. Да нет, братишка, в тайминге, в тайминге. Бля, но я до этого не знал, что так можно делать. Чё, всё, закончили? Да, мы закончили. Не, все, там уже пора дальше стримить. Спасибо.